Семейный Сабантуй. 9 июля. Начало в 16 часов. В парке у фонтана. 35 метров железного пути над рекой. 5 опор, 2 пролета. Кажется, характеристики моста на Красоувале выучили не только журналисты и местные дачники, но и прочие жители Нефтекамска. О конструкции подробно рассказывают на протяжении последних 3 лет. Ровно столько садоводы добиваются ремонта дороги над рекой. В этом году активистам удалось добиться определенного результата. Городская администрация наконец-то заявила о том, что ремонт моста будет проводиться. Однако даже спустя 10 дней после этого объявления активных работ на мосте не проводилось. На данный момент все свелось к подготовительным работам. Когда же люди смогут увидеть действия по укреплению подмытых опор, пока сказать сложно.